Кто должен защищать Родину? Люди, которые делают это по зову сердца. Поэтому в армии Донецкой Народной Республики наравне с мужчинами достойно несут службу женщины, которые не смогли остаться в стороне от происходящих событий. Каждая из них – яркая личность с характером и своей историей. Меня можно звать Гайка, это будет достаточно. Почему такой интересный позывной, я правильно понимаю? Ну, потому что два моих товарища – это Чип и Дейл, я следовательная Гайка, с ними третья. Вот так. Отлично. Откуда вы? Из Донецка. Как давно вы воюете в армии ДНР? Пару месяцев. А что сподвигло? Вот это не женское же дело все-таки? Ну как не женское? Русские женщины всегда воевали. И коня, и избу, и все. Защищаем свой дом, как и мужчины. Мы всех должны защищать, и таких мужчин в том числе. Пусть им будет стыдно в таком случае, что женщины защищают и таких мужчин. Тогда отсюда вопрос следующий. А в качестве кого вы служите? Я командир батареи. Как женщине, с какими трудностями вы сталкиваетесь? Это, может быть, какие-то были изначально физические нагрузки, это, может быть, какие-то бытовые проблемы? Ну, особо трудностей нет. Ну, постоянно в мужском коллективе, для некоторых женщин это, конечно, ну, для меня все равно, это несколько сложно, кругом парни, вот. Ну, особо трудностей нет. То есть, в каком бы помещении нам не пришлось жить, все как-то, все проблемы бытовые решаются. То есть, особо трудностей, чтобы там трудно-трудно, нет. Как давно вообще склонились к мысли самой к Новороссии, к Донецкой Народной Республике? Вот после каких событий подтолкнуло вас именно встать на защиту? Встать на защиту? Ну, если говорить откровенно, то когда я стала это просто видеть, когда это все смотришь по телевидению, что там Славянск, это все, конечно, сопереживаешь, но как каждому человеку кажется, что это где-то далеко, это не возле тебя. Когда это стало происходить в нашем городе, то тогда, наверное, многие именно это сподвигло, когда ты видишь своими глазами, что происходит, как убивают детей. Грабят дома, это, конечно, каждый тогда станет на защиту своих домов, своей родины. А много ли девушек вообще находится в армии ДНР, вот именно непосредственно во плоти? Ну, есть, нет, немного, но, тем не менее, они есть. Берегут ли вас мужчины? Берегут, берегут, конечно. А, может быть, у вас есть пожелания, которые бы вы хотели сказать? Возможно, это призыв, адресованный тем людям, которые, ну, еще находятся как-то на перепутье, не знают, стоит ли им идти куда-то, с какими трудностями они могут столкнуться, и чего не стоит бояться. С трудностями. Если человек не служивый, то некоторым все-таки это какой-то режим, какой-то должен быть устав. То есть, если человек не был в армии, некоторым приходится сложно понимать все это, принимать, потому что если человек жил вот мирной жизнью. Вот. Я, конечно, если человек хочет, сомневается, то пусть идет. Если человек там сомневается и не хочет, кто-то его подталкивает, то лучше не надо, лучше пусть сидит дома, занимается своим делом, потому что кто-то должен из тыла поддерживать, не должны все идти однозначно. Как вы, как женщина стала командующей? Ну, можно сказать, я попала туда, если так можно выразиться, по распределению. Угу. То есть у меня была возможность уйти потом, если бы мне не подошло какое-то другое место, но мне это понравилось, мне заинтересовало. Это получается. Вы именно пришли сразу в оплот или после... Сразу в оплот. Сразу в оплот. А почему именно в оплот? С одной стороны, так совпало, но с другой стороны, думала непосредственно в оплоте, потому что потом здесь казарма. Это уже наводит мысль о том, что это не шалтай-болтай, который пришел, там, ночь где-то постоял, ушел домой. А уже наводит мысль на том, что это более регулярная, как постоянная армия, то есть более по какому-то официозе. Какие были впечатления? Не было ли такого, боже, куда я попала? Не, боже, куда я попала, слава богу, не было. Ну, конечно, большие переживания. Мы, как женщины, собственно, всегда переживательны более, чем мужчины, знаете. Эмоциональны. Да, более эмоциональны. И, конечно, ответственность очень большая. Естественно, переживания большие тут. Ну, и, наверное, выдох потом в конце, чтобы все прошло благополучно. Нельзя сказать, что быть солдатом – дело мужское. Именно женщинам более свойственная усидчивость и скрупулезность – важные качества для армии. И все чаще у войны женское лицо. Оксана Волчонок, Давид Худжет. Специально для Новороссия ТВ.